Короче, Саня, еду на УАЗике. Обалдеть. Поднимаюсь вверх. Это жесть, короче. Тут дорога как на Витязе. Короче, едем, вспоминаем родину. И детство. Держусь, я держусь. Два с половиной километра нам до машины ехать. Это вот мы пешком слив вниз. Ой, да, вниз. Сейчас едем. У нас здесь 5 человек, короче. Впереди идет Hyundai Tucson. У вас пытается его обойти. Обошли. Это УАЗинг называется. Это УАЗинг. Это не джипинг, это УАЗинг. Вот для чего нужны отечественные автомобили. Это только начало. Что-то, мне кажется, я даже попа держусь. Это не кажется. Оно так и есть. Все так держатся. Километров? Километр с хвостиком. А, километр с хвостиком? А, километр? С хвостиком. С хвостиком. Хрена себе какой хвостик. О. Стой там, говорит, вообще не выезжай. Подъезжаем. Все, цивилизация начинается. Ух, о, аллилуйя. Благодарим вас.